Ой, моя рука. Мухомор. Вообще, зритель, кстати, привет. Это будет первая запись с этого телефона Huawei Honor 9A, вроде так. Я сюда не первым проходцем, конечно, прошла, но местами и первопроходцем. Она была, конечно, в резиновых, но у нас одни резиновые на двоих. Мои в свое время залила водой, потому что крышу так как бы и не сделали. Залила давно, где они убраны. Ну, в общем, суть такая, что я пошла в кедах. Из кожи молодого дермантина, может сказать, уже старый, потому что кедом 3 года. И думаю, резиновый бы меня не спас, потому что у меня выше колена, местами мокрые джинсы, потому что трава мокрая. Сейчас 8 чем-то утра, еще роса, так как тут, ну, не, кстати, бухают, это там где-то стреляют. Я еще когда вышла сюда из дома, тут стреляли. С одной стороны, было бы круто здесь остаться на ночь, пожить, потому что тепло, но темнеет рано. Светлеет поздно. Фонари два по двух концах деревни. И такие тусклые, не как раньше. И, в общем, ну как-то это. Печку еще надо топить будет. Но я увидела мухомор. Я вообще хотела тут записать, стать типа привет, зрители, я тут первопроходец. Я чуть-чуть шиповника нашла. Набрала, я думаю, приличненько так. Ну, по крайней мере, я не ждала, что тут наберу. Этого черного. Я взяла с собой только одну коробочку. Вот. Там пара шиповинок видно. Надо было взять корзиночку под терн. Я не ожидала, что тут будет терн, потому что соседка сказала, что тут вообще типа как бы ни черта нету. Ну тут сосна ветку отломила сама себе, не знаю, как это у нее случилось, но я увидела мухомор. И я тут через сеточку снимаю, по мне какая-то букарашка ползет. Я уже снимала этот кусок год назад, 2 года назад, может быть, на видеокамеру. Я не знаю, есть ли там калина. Там вообще как бы дерево есть. Сейчас попробую увеличить. Может, увижу, есть ли там. Потому что вот эта яблоня, там где-то должна быть калина. Может быть, та деревяшечка, в смысле, та веточка, это калина? Ух ты, слушайте, как на нем круто снимать, увеличивать. Мой пока еще не воскрес. Ну, я надеюсь, он чуть-чуть подлежится, воскреснет. Я с него стащу все документы. Ну, хотя бы чисто, чтобы вот с компом он как-нибудь ассоциировался. Потому что комп его не видит. К винде я, правда, не подключала, только к линуху большому. Может быть, так залью. Может, еще если что-то сниму, то потом уже смонтирую на компе. А может, будет первый тестовый ролик без монтажа. Ну, наверное, думаю, пока зритель, а то у меня ноги намокли, там носочки были, не было бы носочков, меньше бы намок. Ну, не такие бы ощущения мокрые были. Но без носочков ехать было холодно. У нас какой-то добрый самаритянин на полпути, даже еще не доходя до Ашалаева, подбросил до поворота на дорогу к деревне. Как по круговой еще ехать, короче, как вот на нормальную дорогу. Прилузки, дядь Толя его знает, тетя Катя его частично знает, грибник, короче. И вроде как обещали свести обратно нас. Я думала, мы до вечернего тут, ну, мы до обедешного, не знаю, получится у меня сходить в сад Полянского или ограничить вот этим вот, потому что еще надо бы малину немного подстричь. Вот, мухомор. Вообще, мухомор специально для Глебушки надо отсфоткать. А потом фейсбучик залить, ой, я тут руку подсунула. Я забыла же, я вообще как бы не в курсе. Тут в этом телефоне вообще все есть, что, о чем я слышала, но никогда вживую не видела. Я потом его отдельно обозрю. В общем, пока, зритель.